На сегодня будет Милд Баттл. Милд Баттл. Кстати, дорогие друзья, знаете что? Вопрос сразу в лоб, вот так вот. Что бы вы построили в Майнкрафте, ма? Да, я не знаю, что бы я построила. Может, своего лучшего друга или подругу, или компьютер свой. Ма, я построил бы мадам, мадемуазель. Зачем? Ма, чтобы была. А у тебя нет? Это же я, самая главная в моей жизни, мадам, мадемуазель. Короче, дорогие друзья, ставьте прям сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Да, колокольчик, жмякайте скорее. Да, это очень важно. А ма, ну так, чисто, дайте до полшишки. Да ладно, шучу. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а сегодня будет Билл Баттл. Ага, чё? Ма, что ты там достал? Можешь отойти? Отойди, вот сюда встань. Вот, сюда. Ма, я встал. Так, подожди, мне нужно в креатив зайти. О-о-о, так, заливаем. Нет, подожди, да нет, Женя, Женя. Опа, блин, успела. А чё ты, блин, чё ты? Блин, не успела. Ма, давай, смотри, сегодня у нас, короче, встреча. Ма, о, уже... Ой. Ма, ледовая арена. Давай мы переберем. Итак, смотрите, друзья, арабий храм, полицейская машина, танк, розовый кролик и ледовая арена, еще машина охотников за привидениями. Та-та-ра-та-та! Та-ра-ра-ра! Та-та-ра-та-та! Гаусбастерс! Та-та-ра-та-ра-та! Ма, давай, охотники за привидениями. Танк! Отлично, ма, танк. Ма, строим. Блин, из чего мне сделать танк? Он же бронированный. Май из брони. А железная. Так, выключаем, короче, микрофон. Друзья, так. Как вы видите, у меня уже есть эти читы. Кто первый раз на серии, то, друзья, я использую читы на Билд Баттл, чтобы затроллить ма. Поэтому прямо сейчас я нажимаю. И смотрите, тут есть танчик. Ищем. Вот он. О, нет, это был уже. Давай. О, вот этот. Блин, а из чего мне сделать нос? Так, из чего мне сделать нос, Женя? 595, 295. Включай микрофон. Ма, нос делай из нас, Ярема. Спасибо. Ма, всегда за пожалуйста. Совет твой прекрасный. Ма, я всегда прекрасный, а ты, ма, ужасный. Так, все, выключай микрофон. Ты шо ты? Давай по-русски что-нибудь. Так, теперь запускаем. Все, погнали, друзья. Так, а где он? А вот он. Вот он строится. Друзья, включай микрофон. Мать, я что, заела, что ли? Мама, мы сейчас строим танк. Нет, я пою песенку. Мама, мы сейчас строим, должна это военная быть тематика. Давай. Тан-тан-та-тан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 -
головой, короче. Масждаем. Отдаю почтение, почтение, или как там это? Ма, это... Честь отдаю. Честь, честь. Ма тоже честь отдала. Ты думаешь, такие шутки в зубах бывают, промежутки, ты знала об этом? Ма, нет. Ой. Теперь знаешь. Шучу, блин, называется. Ма, классно? Нет, не классно. Так, а вы знаете, что... Ну ладно, молчи, молчи, ничего не... Молчание золото. Это что-то за пукалка? В смысле, это танк? Маш, что это за слоновья пукалка? Отстань, это танк! Да Жень, да похож он на танк. Маш, это за пукалка вообще? Очень, между прочим, красиво. Зеленый, как полагается. Ма, он красивый, между прочим. Ма, курицами тут пахнет, вообще-то, между прочим. В танке? Ну да, ма. Странно, я же убралась. Ма, в натуре ты же убралась. Ладно, пошли. Ма, тут твои подруги сидят, вон они стреляют. Где? Ма, курицы? Там, там. Ты что, курицу засадил? Нет, ма, они там были, ну посмотри. О, погоди. Ма, ну как? О, жирный такой. Ма, ну это вообще абсолютно. Ну как? Ма, так. А что это за пупышка вот здесь? Ма, это пулемет, короче, берешь и пулеметишь, а здесь главная мапушка находится. Ну как, ма? Ну слишком большой, зачем такой большой строить?
Ману вот так. Ну как, Ману, крутяк же? Да ты не мог это сделать. Майя смог. Смотри, тут, значит, смотри, Ма, пушка. Здесь, короче, гусеница. Вот она и делает. Ма, смотри. Тут вообще... Гусеница. Ма, ты гусеница. Про колеса говоришь? Ма, да. А-а-а, гусеница. Ма, это шикарные колеса, Ма. А чё серый? Ну, не нравится мне свет, вообще не то. Ма, это для Африки. Зелёный уже был, Ма уже был. Зелёный стиль вообще, стиль. Ма, я хочу сейчас, короче, чтобы выпало, короче, охотники за привидениями, ну-ка. Блин. Чё, охотники за привидениями? Да. Ма, круто, я отгадал. Та-та-та-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра. У них тачка-то выглядела. Ма, белая такая, Ма. Белая? Это белый кадиллак, дама. Ма, ты чё, вообще, что ли? Ма, ты чё? Сама пела, короче, смотрите, песни, сама даже не знает. Фу, Ма, позорище. Фу. Ну, Жень. Ма, я сделаю. Ма, я тебя осуждаю, короче. Выключаем микрофон. Друзья, смотрите, вот есть и арена, и автобусы. Вот она, смотрите, вот она, охотники за пени. Та-ра-та-та. Так, друзья, мы сейчас ее, знаете, что прям здесь построим, так, включай микрофон, Ма, ты что там акаешь? Ма, ты леща, что ли, хочешь? Я какие-то колеса нашла, которые двигаются. Ма, кидок. Они двигаются, прикинь. Ма, ты, ну ладно, я осуждаю на всякий случай, так, ты еще... Они вообще странные, иди посмотри. Ма, что ты там говоришь? Ма, что ты там рассказываешь? Я тебе серьезно говорю. Майя. Оп-оп-оп-оп. Ой, что-то залагало. Ма, курицами завоняло. Залагало что-то. Ма, лагает. Не лагает, что-то залагало. Ма, курицами завоняло. Так, все, Ма, я строю, короче. Ма, тоже там строю. Оп-оп-оп. И потом, короче, посмотрим, у кого будет самая крутая... тачка. Так, включаю микрофон. Друзья, смотрите, какая штука Мене строится. Офигеть, тут даже значок, короче, ловли охотников за привидениями. Оп. Офигеть, там, там что, бластер, что ли? Ну. Ма, я, короче, в детстве, короче, смотрел, вообще прикольно было. Ма, прикольный фильмец, да, такой? Отличный вообще, просто Ма, ты веришь? Ма, ты веришь в призраков? Нет. Конечно, Ма не верит, она около кладбища жила. Офигел, что такие подробности рассказывать. А хотите еще одну историю рассказать? Как-то раз? Смотрите, Ма сразу такая притихла такая. Что он сейчас там ляпнет такое? Что ты там ляпать собрался? Ма ничего. Ма ничего не... Ма окно заляпал. Да как обычно. Ма, я почти построил. Ма, ты строишь? Да, я построила. Ма, построила уже? Да. Как так быстро, Ма? Ну вот так вот. Умею, Ма, что это за кадиллак? Ма, ты в нем тебя увезут, что ли? Я что-то не понимаю. В смысле, отстань? В психбольнице. Это машина охотников за привидениями. Чисто прикиньте, вот на этой таратайке Ма просто, короче, в закат в психбольницу, друзья. Отстань, она красивая, между прочим. Ма, факел ставлю, забор. Как вы думаете, пересекает? Ма попадет в больницу. Да ну тебя. О, Ма. Ничего себе. Ма, ну как? Ты даже эмблему отстроил. Ма, даже эмблема, смотри, ловлю охотников за привидениями. Там типа призрак перечеркнутый в круге. Внутри, Ма, смотри, здесь радио, руль, Ма. Здесь, короче, бластеры, смотри, стоят. Хочешь, я сейчас это ночное видение сделаю? Тут ни хрена не видишь. Какие? Нифига не видишь. Бластеры, ты обалдел, что ли? Ма, иди сюда, иди сюда. Да тут я под тобой. Отлично, Ма. Ма, ну как? Три бластера охотников за привидениями. У тебя тут мыши поселились летучие. Ма, ну потому что здесь темно. Ты вот тоже летучая мышь. Да как, да, Жень, да ты не мог. Ма, я смог. Ты здесь, короче, Ма, здесь радио, слушать музыку. А вылети, типа, смотри, фары. Смотри, фары, Ма, как у ретро-автомобиля такие крутые, Ма, смотри. Это вообще ретро-автомобиль, Ма. А где стекла? Ма, ну не успел, ты он вообще какую-то фигню сделал. Ну хотя бы со стеклами. Ма, у тебя вообще там нет. Короче, я... Ма, верхушку посмотри, смотри, Ма, тут всякие, это... Виу, 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 виу! Да вижу я твои виу-виу!
Ну, моя-то покруче. Моя-то ма, твоя... шугнет. Ма, твоя вообще полный отстой, короче. Хапу на нее. Ты че? Да блин, как это? Стадион, ма? Да? Нет. А розовый там? Кролик. Морозовый кролик. Морозовый кролик. Че мы сделаем розового кролика? Ма, ты не сделаешь розового кролика. Знаешь почему? Почему? Потому что ма, ты это... Не скажу. Так, все, мы строим. Че? Ма, ты строишь? Да нет, пока что. Сейчас, ты, друзья, там такой будет прикол на розового кролика, я уверен. Ма, там такое замострячит, там чисто будет какая-нибудь это, чучело с планеты Попа. Отстань! А, помните, друзья? Красивый. Между прочим, ма. Да. Косорылый такой, ма. Сам будешь косорылым, понял? Ма. Если будешь так шутить, будешь косорылым. Ма, нет. Так, все, включаю микрофон, друзья. Друзья, строим, смотрите, ну-ка. Где он? Вау! Офигеть, что такое строй? Подождите, друзья, это что, сфера, что ли? А где кролик? А вот он! О. Офигеть, смотрите, все постройки, как у меня четненько все расположены. Ничего не... Вау! Друзья! Это не круг, это пасхальное яйцо. Офигеть! Слушайте, друзья, скоро же Пасха, так что смотрите, вот как раз кролик, или уже даже идет, я не знаю, когда серия выйдет, друзья, но скорее всего, либо перед Пасхой, либо прямо во время Пасхи. Так, я хочу ему сделать красные глаза. Включаю микрофон. Красные глаза! Ма, что это? Это кролик загаситель, что ли? Это робот-кролик. Ма, это... Мои фирменные лапки. Мо. Просто это кролик с планеты Попа. Да ну тебя, классный кролик он, что ли? Ой, а, ну да. Ой, нет, на длиннее получилось. Мать, на превью пойдет. Все, смотрите, это чисто на превью. Ма, летим моего кролика Ой, смотреть. Ой, хвостик забыла сделать, погодь. О. Ма. Маш, что это за розовые кокошенцы у него? Мне так нравится, когда Маш ржет. Слушайте, друзья, такая... Ого! Это что за шар у него под задницей? Ма, это пасхальное яйцо. Что, он его сам вылупил, что ли? Ма, сам. Ну как? Смотри, какой симпатягин, ма. Симпатягин. Ого. Ма, ну как? Ну как? Ма, так. Как ты яйцо вылепил? Ма командой. Какой? Ма, ну там на круг, а это долепил чуть-чуть. Я тебя сейчас долеплю. Ма, что ты у него там разглядываешь? Я залеплю твою эту. Ма, не надо, пожалуйста. Ма, ну смотри, какой кролик. Ма, красивый, между прочим. Глаза прикольно сделал. Ма, я старался. Ма, ну а как ты это делаешь? Ну как? Майя просто... Майя, смотри, как... Смотри, все постройки не налезают друг на друга, все аккуратненько вон стоят, ма. Да, кстати, в этой серии не налезают почему-то. Ма, ну как? Хм. Майя, стараюсь? Знаю. Ма, не знаешь? Никак вообще-то. Ма, ну-ка, я нажимаю, ну-ка. Чё ну-ка. Там? Ма, полицейская машина! Да, блин, опять машина. Чё, сегодня день машин, что ли? Ма, сегодня день машин, короче. Ма, я машина. Ма, а ты чисто ремень от машины. Прикиньте, короче, ой, ма, ремень от машины. Не смешно. Ма, ты просто ремень от машины, короче. Я машина. Друзья, если вам кто-то скажет, короче, кто ты, скажите, я машина, а ты просто ремень от машины, короче. Колесо. Ма, ремень, это более унизительно звучит. Да? Ма, я считаю, да. Ремень от машины. Ма, прикинь, чисто, ты кто? Да ты ремень от машины. И все, и пацан просто уехал, ма. И пацан такой, типа, чё? Ма. Кек. Ма, кек. Ты ремень от машины. Ма, да ты, ма, ты маленький кек, короче, который выпал из кролика. Яйцо пасхальное? Ма, нет, просто маленький кек. Вы видели, кстати, как кролики сиренькают, боже мой? Ма, ты видела? А как овечки, знаешь, такими шарами? Козлы, козочки.
кральками, ма, кральчиками. Ты чисто козиная какашка. Ма, это ты козиная. Знаете, такая маленькая круглая кралочка. Это ма, короче. Ты козиная какашка. Ма, блин, зачем вы в нашей серии вообще зашли? Мы начали о постройках, ма, закончили просто кралечками. Начали за здравие, закончили за упокой. Ма, у нас, по-моему, все серии так начинаются. Друзья, за это лайк, прикиньте. Я, кстати, читал комментарии, там такие люди заходят, говорят, типа, мы, короче, смотрим серии, были сначала были расстроены до серии. Серии посмотрели, сразу такие веселые, мам, мы их веселим, короче. Ну еще бы, мы тут такие коры просто мощные. Мало такие, ма, что это? Чисто смотрите, такой же бурундук, только в другую сторону и с двумя мигалками. У ма машины всегда одинаковые, короче. Оставь от моих машин, это стиль. Ма, ну что скажет мексиканец на твой стиль? Ма? Да блин, это стиль, Жень, отстань. Ты не понимаешь, ты не шаришь вообще. Мам, видимо, мексиканец тоже не понимает. Кстати, прикинь, комменты до того, как я показал видео с мексиканцем, многие думали, что это игрушка, короче, моя. Типа, на нее нажимаю, она ржет. Да? Да, в комментах читал. О, шикарный стиль. Мам, просто это... шикарный. Мам, подожди, сейчас еще. Для этого, короче, стиля, надо... это же Бобик, короче, мам. Да, вот, 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 сделаю. Ма, я только хотел, смотри, оп. О, ставь, о. Смотрите, друзья, ма сделала бобик, на котором ее уводят постоянно, когда она буянит. Иди нафиг. Где там твоя машина, о. Ма, смотри, врезался в кролика. А че это он врезался? Ма, ну вот так, чисто по приколу, ма, круто, да, стрис, бабах, такой пол яйца снес, ма. Это сфера была. Ма, ну. Ма, ну как полицейская дрима, какая крутая. Ты там даже сидушки сделал? Ма, да. Ну как? Ма, так, я постарался просто, ма. Ну, красиво. Мне не нравятся твои старания. Почему ты стараешься, у тебя выходят такие огромные постройки? Ма, ну я просто профессионал. Опять кусок выдрал с какой-то карты. Ма, неправда. Че ты где-то выдираешь, колись. Ма, нигде ничего не выдираю, ма, я нет. Полис, блин. Ма. Борис. Ма, ты Борис, что ли? Ма, ты Борис, Борис Бритва. Борис Бритва. Помнишь, мам? Блин, капец, а когда мы его успели потерять? Ма, Ледовая арена. Ма, Ледовая арена. Ма, круто, хоккей будем играть. Кто любит хоккей? Кто играет вообще в хоккей? Трус не играет в хоккей. Ма, смотри, как мы с тобой хором сказали. Да, трус не играет в хоккей. Ма, короче, я помню, ма, когда мелкий был, мы, короче, там у меня был друг Димка, мы с ним постоянно во дворе, короче, играли в хоккей, ма. А потом, офигенная, а потом он отъехал. В смысле отъехал? Да, в деревне. Балдеж, что такое рассказывать? Отъехал. В другой город, надеюсь? Аж закашлялся. Ма, ну типа того. Ну ладно, надеюсь. Что, все у него хорошо. Слушай, ты отъедешь такими темпами, понимаешь? Ма, не надо так, пожалуйста. Так, все, строим. А чипа-чипа-чипа-дейл, к вам спешат. Ма, давай, пой. Чип-чип-чип-чип-дейл, к вам спешат. Чип-чип-чип-чип-дейл, лучше всех. Ма, давай дальше. Я не помню, как дальше. Они всегда придут туда, где ждет беда. Они везде спешат сюда. Чип-чип-чип-чип-дейл. Мне так нравится. Ма, как, знаете, такая курочка. Ма, давай, утиную истории. Тан-тан-тан-тан. А, блин, забыла. Ма, ты чё? Я пела просто эту песню, ребята. Ма, да. Я записывала ост. И как это называется? И летишь, как ураган, утки. Я забыла, как начинается, блин. Давай с этого момента. Ма, ты... Ма, да. Утки. Я хочу начало вспомнить. Ма, ну ты не вспомнил. Блин, ладно, Бобик. Короче, все, кто вспомнит, напишите, кто начинает. Ма, у меня чё? Готова моя ледовая арена. Ма, как так быстро? Ну вот так вот. Ма... Я даже сиденьки сделала. Как? Вот так. Ма, ты что, читы скачала, что ли, как я? Ой, в смысле. Ты чё? Ну-ка, блин, ты чё такое ма, говоришь? Ма, да я пошутил, ма, я тебя просто провоцирую. Я же разнюхаю твои секреты. Ма, не надо нюхать. Ма, что там нюхаешь? Ма, я не... Ого, ма, как... Чё, круто?
Ну, неплохо. О, смотрите. Да? Вообще кайф, да? Смотрите. Ма, а что не скользишь? А, нет, скользко тут, скользко, ладно. Скользко. Вообще кайфы, да? Ма, ну прикольно. Смотрите, мини такая арена. Да вообще. Ма, чисто ну... для шкедов таких маленьких. Чисто таких. Воробушков. Таких, ну, для да. воробушков таких. Чисто для воробушков. Черкизовских, ладно, мы погнали. Так, где твоя арена? Давай, ма, летим, летим, ма, за мной. Давай, ма, воробушек. Давай, драная ворона, за мной. Ты чё? Ма, а ты дран... кто? Ма, я грациозный ма ястреб. Ага, сто раз ты ястреб. Ма, смотри, вот она. О! О! Ма, ну как? Реально как хоккейная арена, только ворот нету. Ма, ну как? Дай шайбу-то забивать, а чё она не скользит? Ма, тебе. Я тебе сейчас забью шайбу, по зубатнику отвечаю. Ма, не надо, пожалуйста. Папа не спасет. Ма, смотри, тут трибуны, ма. Тут, короче, трибуны, светильник. Ма. Тут, короче, да как опять ты это сделал? Что за светильники? Тут, короче, ма, табло, как у тебя. Так ой, у тебя кривое я тебе табло. Я в табло пропишу. Такое ма. Такое в табло я тебе пропишу. Ма, что ты... Ма, так это, это? Так это прямое кривое табло. Кривое твое табло будет, понял? Ма, это прямое, а у тебя, ма, кривое. У тебя кривое, понял? Ма, неправда. Понял, А тут, ма, скамейка запасных. Тут ты сидишь вот такая, сидишь и клюешь. Запасных? Ты офигел? Я вообще-то основная. Ма, основная. Все, вылетаю я из своего строительства. Ма, давай, что у нас там последнее осталось? Не знаю, не помню. Что-то сложное по-любому. Что ты делаешь? Что ты бросаешь меня? Ма, в тебя кикешки кидаю. Какие-то эти... Какое-то варево в меня бросает. Давай, давай, бросай, мы ж миллионеры. Ма! Ломай, ломай! Ма, ты что, мем какой-то, что ли? Да. Оп. Ма, арабик храм. Арабик храм. Арабская ночь! Мой, фига мы с нас... Мама, как знаешь, пьяницы такие с тобой, короче! Там, наверное, друзья такие сидят чисто наши... И что они тут запели, короче, загорланили? Мама, что с тобой даже такие... Чисто синхронизировались. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, как это, когда... Ну ладно, друзья, вы еще, наверное, еще не знаете. Но лучше вам и не знать, короче. А чего знать? Чего, погоди. Такая мазра. Ма, ты знаешь. Ну во дворах такие, да, если пьянчуги такие собираются. Ла-ла-ла. Не, не знаю. Ма, что ты говоришь? Лена, слышите, как Ма сейчас так смешно, что такая... Вот так, вот. Это мой коронный смех. Вот такая... Левый коронный, правый похоронный. Такая... Аж в нашу свистит. Ма, серьга в нас свистит. У меня сегодня ночью так нос заложило, что он мне свистит начал. А у меня тоже, кстати, у меня тоже. Ма, у меня пипец. Я как чайник свистела. Ма, да ты и так чайник, блин. Оп, оп. Так, выключаем микрофон. 174, пишем координаты. Друзья, я пишу координаты. Арабский мой храм, волшебный восток. Я дам тебе, Женя, сейчас по зубатнику. Ма, как ты спишь? Насыплю в штаны тебе я песок. Ма. О, дивный восток. Ма, ты что, офигела, что ли? О, сказочный край. Ма, построю я храм и сделаю... Блин, я не могу мысль чинить. Так, если что, угорает такая... Слушайте, это такая... Как будто скулит такая собака под балконом. Отдохнемся оба просто. Сегодня, короче, чисто серия, друзья. Чисто ой, поржать, чисто такие. Чисто для, чисто такие. Чисто друзья, такие. Если вы заходите в наши серии чисто поржать с нами или над нами, то ставьте лайк, короче. Да, ну, скорее всего, над нами, Жень, я подозреваю. Ма, не, давай с нами, короче. Арабская ночь. Ма, давай чисто. Волшебный восток. Ма. Здесь ща. Наступлю песок, тебе я в трусы и даю носок. Ма, ты что там стелишь, короче? Ма, короче, на треке подсела, короче. Ты что такая гражданица, что такая?
Ой, все, не могу. Такая. Да, блин, я знаю, что у меня дурацкие смешные моменты. Как будто бутылка, бутылка, да-да-да. Буль-буль-буль. Ма, тут реально подписчики, я подумаю, что мы что-то не то перетерим. И Маша больше наяривает дальше. Маша там палец такая, когда сказали, Ма, не пались. Не, ребят, все окей, на самом деле. Такая, не, ребят, все окей. Сейчас ковер еще постелим. Ма, ну все, хорош, да, смеяться. Ну все, не смешно. Ма, не смешно. Чисто когда это дальше там в комментах напишешь, когда мы с другом на паре, ну все не смешно, да. И снова же. Надо писать математику. Ма, никогда не любила математику. Да, я любила на самом деле, но всегда неправильно решала примеры. Мне нравилось решать, и мне казалось, что я делаю все правильно, но как оказывалось, я делаю все неправильно. Мне ставили два. Да, но я любила решать примеры, честно говоря. Друзья, если вас кто-то спросит, скажите, ну я любил, но делал в этой жизни все неправильно. Да, я любил жизнь. Ну, как Ма. Я сделал. Ма, подожди, я еще не сделал. Ма, как так быстро? А что так долго? Ма, я строю грандиозную постройку арабика. Давай лети, пока мою смотри. Ма, кофе арабика. Я знаю, твои постройки сами по себе строят. Неправда, Ма, я строю сам. Ма, я сам. Моя сам. Ты ищешь самёнок. Моя сам. Я сам, Сан-Сан. Ого, Ма, ничего красиво как получается. Классно, да? Ты не про мою постройку? Да нет, Ма, я про свою. Ма, да твою, на твою просто хатфуном просто. Я тебе сейчас как сделаю хатфу? Моя я изделил. Все, лети мою смотреть. Ма, летим чисто. Арабские ночи, волшебные востоки. Ма, летим. Ма, Ма, короче, ищем джина. Ма, я джин, короче. Смотри, как шикарно. Ну-ка, Ма. Сейчас я лечу, ну-ка, где там? Ма, где там кралечка твоя? Ну-ка, это... Ну вот, иди сюда, смотри. О-о-о! Крутяшно, да? Ма, ну, конечно, так себе, ну, пойдет, Ма. Скажем ну, так... Вообще круто. Ма, ну так. Да супер вообще, даже драконьи голову повесила. Ну даже, кстати, мексиканец ничего не говорит. Ма, полетели, посмотришь мою. О, шикарно. А где твоя? Ма, за мной. Да, летим, Ма, летим сюда. Сюда. Так. Сюда, Ма. Ты летишь там? Так. Сюда. Вон, Ма. Так. Ма, ну. Я не вижу пока что. Давай. Ма, ну. Опять какая-то подставка. О, Ма, ну. Что из них арабское? Вот, вот сюда, Ма, это стадион, Ма. Вот он. Что ты? Ты что, не араб? Ты не... А, нет. Ма, ну как? Смотри, зайди внутрь. Восток прям вообще. Ма, зайди внутрь. Ты такой... Ма, ну как, волшебный восток? Да как? Офигенно. Шикарно, бомбезно. Вообще слов нету. Что за плиты? Ма, свет включает. Смотри, смотри. Встаешь вот сюда, смотри. Колонна загорается светом. Колонны-молонны. Вау. Ма, ну как? Ну это эпично сделано, вообще мне нравится. Ма, вообще грандиозно, да, смотри, ну ты не мог это сделать. Ма, я смог, смотри, если встаешь, смотри, колонны выключаются, видишь, по бокам. А теперь сюда встань, они включаются, Ма, еще механизм провел. Я тебе сейчас проведу. Ма, ну как? Да ты не мог это сделать. Ма, ну я взял и смог, смотри, как грандиозно, Ма. А тут, смотри, Ма, тут можно погулять. Вау. Здесь, Ма, как, иди сюда сейчас, короче, друзья, сейчас будем вас проверять, знаете вы, не знаете, и Ма знает. Ма, лети сюда. Как что? Называется вот эта штука у таких вот мечетей? Башня. Неправильно, Ма, минарет. Ёлки-палки. Друзья, это, если вы не знали, если вы, кстати, спросят, как называются такие столбики около вот этих, значит, мечетей, скажите минарет, это реально минарет называется. Да, просто Женя скоро в арабское помещение, в арабское влетит. Ма, да. Короче, поэтому он изучает. Ма, да нет, я это знал еще. Вообще-то, Ма, 8 лет назад, Ма. 8 лет назад! Короче, Женя 8 лет назад был в Дубае. Може, палишь ты меня. Короче, дорогие... Был. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк за такие крутые... Короче, дорогие друзья. Ставьте лайк, прожимайте колокольчик, подписывайтесь на канал. Ма, ты никогда не узнаешь, как я это состроя.
Да, походу. Ты чит, ак. Ма, сейчас, подожди. Ма, знаешь, что я тебе скажу? Ма, иди сюда. Вот, чисто на ушко, ма, иди сюда. Знаешь что? Ма, ты. Отстой. А, да, ну ладно, я уже все, я понимаю. Ну и все, ну и бля. Эй, ма.